Я хочу узнать прошлое руки Клекса. Чего? Нет, стой! А ты так умеешь? Да, я так умею. А почему ты мне не рассказал? Хотя от брата ты далеко не ушел. Зачем ты вообще забрал его руку? Отдай! Подожди! А я не дам тебе этого сделать. Почему? Потому что я боюсь, что это плохо кончится для тебя. Что ты вообще несешь? Однажды Прискос решил заглянуть в будущее своего близкого друга. Но после того, как он это сделал, он обезумел. Он напал на своего друга и запер его в одной из криокамер. Я видел это. Поверь мне, я унаследовал волю Прискоса. Мы обязательно победим 32-го и вернем его. Обещаю.